Надену передник. Хочешь, помогу завязать? Да, спасибо. Завяжем на бантик. Хорошо получилось. Готово. Спасибо. Сейчас я добавлю муку, щепотку соли и хорошо все перемешаю. Как тесто на блинчики. Прости. Разбрасываешься едой? Я нечаянно, прости. Ну, конечно. Хвастаешься? Скорее, раскатывай свое тесто. У меня так не выходит. Давай поменяемся. Можете работать вместе. Теперь все гораздо лучше. У вас великолепно получается. Вы видели его руки? Это большое преимущество. Хватит смеяться. Вы только что сделали тальятелли. Сложно было? Весело. Сейчас я помещу пасту в кипящую воду. Вернусь через 2 минуты. У тебя руки в тесте. Да. Так просто не снимешь. Возьмите по бокалу вина и приступайте к пасте. Приятного аппетита. Нужен черный перец? Да, пожалуйста. Приятного аппетита. И тебе. Посмотрим, как мы справились. Чудесно. Очень ароматный соус. Соус меня приятно удивил. Думаю, нужно купить такую машинку, чтобы готовить дома. Мы замечательно поладили, как будто уже давно друг друга знаем. Нам очень комфортно общаться. Все просто здорово. Похоже, наши чувства взаимны. Все хорошо? По-моему, между мной и Эми возникла симпатия с самой первой встречи. Нам очень нравится находиться вместе. Я счастлив, что встретил ее. Она фантастическая девушка и безумно мне нравится. Командная работа. Мы отличная команда. Безусловно.